Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре мачете от компании «Вахотку» МА-858, проводник 9. В комплекте поставки содержится копия сертификата, ножны и само мачете. Клинок изготовлен из стали 40Х13. Ее твердость составляет 50 HRC. Общая длина мачете составляет 470 мм. Длина клинка 345 мм. Максимальная ширина клинка равняется 50 мм. Толщина 2 мм. Мачете отлично подойдет для того, чтобы взять его с собой на природу. Им легко можно разрубать небольшие деревья и ветки. Такой нож вообще очень удобен при работе с крупными предметами. За счет повышенной линии обуха Trailing Point у клинка очень большая длина лезвия. Это делает его особо удобным при разрезании нетвердых материалов. Рукоять здесь съемная, выполнена из пластика. В местах хвата она покрыта резиной. К тому же имеются специальные прорези под пальцы. А за счет рифленой поверхности мачете обладает еще более удобным хватом. Гарда здесь расходится на обе стороны рукояти. Также на ней имеется отверстие под темляк. Мачете отлично подойдет для того, чтобы взять его с собой на охоту, рыбалку или путешествие на природу. Приобрести его можно на нашем сайте, ссылка в описании к видео. Напоминаем, что эта мачете не является холодным оружием. На этом у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».